Вы понимаете, нет ни одной диктатуры, которая в конечном итоге не развалилась. Нет ни одной империи, которая держалась в насилии и не развалилась. Нет такого. Соответственно, и Российская империя развалится, Советский Союз развалился. А почему бы Российская империя, Путинская империя не развалится? Естественно, развалится. Обязательно развалится. И Путин уйдет. Не знаю, как уйдет. Повесят его, я не знаю, вниз головы, как дучи, или еще что-то, не знаю. Или убьют, как, я не знаю, всех этих бедных диктаторов восточных. Во всяком случае, они все уйдут. И Назарбаев уйдет. И, естественно, даже если в Казахстане, собственно, почему если? Если в Казахстане такое происходит, значит, такое может произойти везде. Везде может произойти. И, естественно, и в Армении это произойдет. В Армении все эти подонки, которые нашу страну довели до этого состояния, все эти четыре руководителя и вся эта Шарашкина контора, которая их обслуживала, они все обязательно будут сидеть в тюрьмах. Я не говорю, что я против того, чтобы людей, я не знаю, там казнили, убивали и так далее. Пожалуйста, если казнить, то только после решения суда. По мне лучше, чтобы все эти товарищи сидели в тюрьмах. И в течение многих лет каждую минуту задумывались и думали бы о том, что они сделали с этой страной, которая их упекла в тюрьму. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.